НАТО не рассматривает перспективу военной интервенции в Сирию. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса. Андерс Фог Расмуссен дал эксклюзивное интервью агентству Рейтер. По словам генсека, НАТО внимательно наблюдает за событиями в Арабской Республике. Однако о военном вторжении речь не идет. Кроме того, Расмуссен коснулся миссии в Афганистане. Глава Альянса отметил, несмотря на участившиеся нападения, радикалы не сорвут планы НАТО в этой стране. Напомню, накануне стало известно, что западные военные приостанавливают обучение афганской полиции. Речь идет о новобранцах силовых структур и их проверке на предмет наличия связи с движением «Талибан». Не забывайте, невозможно, чтобы талибы выиграли войну. Но, очевидно, они пытаются сделать себе пиар, подрывая доверие между иностранными войсками и афганскими силами безопасности. Я не исключаю, что талибы попытаются проникнуть в афганские силы безопасности, но им не удастся сорвать нашу стратегию.